Только я тебя люблю. Мы снова поссорились. Потому что, по его мнению, я слишком долго была у своей подруги. Он ударил меня и толкнул об кухонный шкаф. Потом он подошел ко мне и начал кричать, что я не могу так надолго уходить в гости, и что никто не заботится обо мне так, как он, и что только он любит меня. А потом он изнасиловал меня прямо на той же кухне. Меня там как будто и не было. Я как бы вышла из своего тела. У меня было ощущение, что больше не хочу жить. Человек, совершивший сексуальное насилие, несет ответственность за содеянное. Тот, кто подвергся акту сексуального насилия, никаким образом не виноват в случившемся. Если от происшествия прошло не более 7-8 суток, нужно, не откладывая, обратиться в ближайший центр кризисной помощи при сексуальном насилии – САК.